Популярная интеллектуальная игра «Что, где, когда» уже более 40 лет собирает любителей головоломок и сложных вопросов. Особенно полюбившаяся студентам, игра ежегодно входит в программу интеллектуальной весны КФУ. В этом году турнир собрал рекордное количество заявок. Малый зал «Оникса» еле вмещал в себя более 400 студентов. Стоит отметить, что среди участников были как новички, так и профессиональные знатоки. Я давно участвую в интеллектуальных играх. Мы с командой выигрывали чемпионат России и из остатков команды собрали команду здесь, в Казани, и неоднократно уже занимали призовые места во многих конкурсах. Для меня это хобби, но в то же время это способ мышления. Это некоторые практические навыки, которые помогают где-то в жизни. Игра проходила в 3 этапа. Нам же удалось оказаться в самом разгаре интеллектуальной битвы. Интересно отметить, что прошедшие годы ничуть не поменяли формат игры. Однако содержание вопросов, несомненно, начинает отражать современность. К примеру, в «Униксе» предметами бурного обсуждения знатоков стали сериалы, игры и комиксы. Но до сих пор от участников требуется не столько эрудированность, сколько логические размышления и неординарный подход. В серии комиксов, посвященной событиям, происходящим после гибели Капитана Америки, действующими лицами являются скептически настроенные Росомаха, Халк, миллионер Тони Старк, скорбящие друзья Капитана Америки и тот, кто в конечном счете его заменит. Напишите название любого из выпусков этой серии. Как вы узнаете, совсем не обязательно быть гиком, чтобы правильно ответить на этот вопрос. Кажется, ответ и так лежит на поверхности. Ведь всего-то надо было назвать 5 слов, символизирующих стадии принятия смерти. Скептически настроенный Росомаха – это отрицание. Яростный Халк – это гнев. Богатый Тони Старк – это торг. Скорбящие друзья – это депрессия. И зимний солдат, принимающий пост капитана – это принятие. Принять участие в игре «Что, где, когда» студенты КФУ могут не только в рамках интеллектуальной весны. В каждом институте вуза действуют свои клубы, куда может записаться любой желающий. Диана Авакян, Руслан Уразаев, Универньюз.